Здравствуйте, любители фиалок! В сегодняшнем видео я расскажу вам о моей поездке в Одессу на выставку фиалок. Это была моя мечта! И впервые я посещаю такую крупную выставку. Ее участники Наталья Козак, Виктория Калинина, Ирина Планчинта, Татьяна Луцкая, Мариана Агапян и Виктория Сузанская. Почему я решила поехать именно в Одессу на выставку? Во-первых, в нашем городе за время моего увлечения фиалками проводились только персональные выставки. И хотя в Одессу ехать дольше, чем в Киев, я еще хотела увидеться с моей близкой подругой, с которой я познакомилась благодаря фиалкам. Ну и, конечно же, море! Погода была замечательная. Сейчас я вам показываю стол Ирины Планчинты. Очень красивые фиалочки, стандарты. Много очень оригинальных сортов, есть новинки. Вот. И, конечно же, я не смогла устоять и купила РС Чудо. Его вы видели в самом начале видео. Некоторые сорта у меня уже есть в коллекции, некоторые я себе взяла на заметку. Любуйтесь. А это Татьяна Михайловна. А это трейлера, которые показывает Виктория Сузанская. Очень красивые. Прекрасно выращенные, шикарные трейлеры. Вот она там была на заднем плане. А это Наталья Козак и ее огромный стол. Много сортов, которые вывела она сама. Вот, все с шапочками, идеальные розеточки. А это стол Луцкой Татьяны Михайловны. Красивые растения. Вот, и, конечно же, я тоже купила листочки. Фантазийные сорта, поэтому брала лист. А эти растения вырастила Виктория Калинина. Крупные цветы, шикарные розетки. Стандартные розетки. Есть растения с мозаичной пестролистностью. И, конечно же, химеры. У нее их очень много. А вот мимо этой фиалки я просто не смогла пройти мимо и унесла с выставки листочек РС Владыка. Шикарные цветы, огромные просто, с фэнтези. Вот ради этого нужно ехать на выставку. То есть увидеть растения вживую, какая розетка, какого размера цветы по отношению к розетке. Это фактура лепестков. Ни одно фото... Ни одно видео не передает полностью всю красоту этих растений. То есть вот эти впечатления, это просто незабываемые. Химеры шикарные. У Виктории приятная очень женщина, спасибо ей. Она со мной поговорила, мы обсудили один момент. Красивая химера. Записала их в хотелки. Необычные очень. А это стол Марианны Агапян. Тут мини и полумини в основном. Очень красивые, аккуратные розеточки. Вот ради этого и стоит ездить на выставку. То есть увидеть растения вживую, пообщаться с коллекционерами, задать вопросы. Они с удовольствием делились опытом. Надеюсь, это видео вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!